когда возникает потребность очистить с бойлера, то с сухого варианта, здесь он нормальный, а здесь наросты получаются. Но очистить надо, чтобы не повредить эмаль. Как это сделать? Для этого нужен раствор лимонной кислоты подогретый. Мы берем и, конечно же, опускаем в этот раствор и видим, сразу реакция идет, да? Видим, какая реакция идет. Почему такая реакция? Потому что щелочь растворяется кислотой. Ваша камера. Видите, как растворяется? Дальше поставлю. Вот видите, как берем и смотрим, потому что нам же надо эмаль, чтобы не повредилась. Да, чувствуется аж пары. Видим, как, видите, как преображается, да? Он практически как новый становится. Теперь с этой стороны вот эта щелочь, можно было бы механически это чистить. Но в таком случае эмаль пострадает. Нам надо сохранить эмаль. Все, уже показательно будет минут 15-20. Эта часть видно, что уже как новая. А эта часть, вот, идет реакция там. И когда мы периодически поливаем, так вот периодически поливаем, то у нас тоже видно, что реакция идет тут снизу. Видно, шипит. И таким образом я решил в колбу опустить, чтоб не поливать. Но единственный минус, что нагревать надо, когда оно горячее. Реакция быстрее идет. То есть у меня есть минут 30-40, чтобы это все очистилось. Выводка водорода. Класс. Кто хочет, может еще водород